В минувший понедельник Ашхабский район с рабочим визитом посетили премьер-министр Республики Адыгея Мурат Кумпилов, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Мурат Лихас, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга Российской Федерации Дмитрий Овсянников. Гостей встречал глава Ашхабского района Заур Хамирзов. Вместе они побывали на территории компании общества с ограниченной ответственностью «Южгаз Энерджи» и встретились с главным инженером, который коротко рассказал о деятельности компании. Разработкой нефтегазового месторождения, нефтегазоконденсатного Кашхабльского месторождения. Запасы этого месторождения 14 миллиардов кубометров газа. Сейчас, в настоящее время, мы разрабатываем верхний горизонт этого месторождения, Оксфордские отложения. И в сутки мы добываем 1 000 000 и более кубометров газа. То есть годовая добыча порядка 400 миллионов кубометров. Целью данного визита стало обсуждение вопроса создания индустриальных парков на территории Республики Адыгея и в частности Кашхабльского района.